Так, можно. Сейчас, ребят, я включаю запись и поехали. Здорово всем. Всем привет. Коротенький сегодня вечерний эфир. Сегодня стрима не будет, потому что я буду... Сегодня, короче, много публикаций будет ночью. Будет много чего вообще там выложено, я так думаю, потому что я сегодня весь день отсыпался, можно сказать, я только в 4 часа дня встал. Все, что успел сделать, сейчас я отъеду там и буду уже публиковать вам все подряд. Так, здорово. Так что, если есть какие-то вопросы, те, кто там приходит сейчас с Телеграма, с Ютуба, жалко, я в Ютубе не рекламировал то, что буду. Тут небольшую сходку сделаю, но ничего страшного. Здорово всем. Так, это вижу из новых уже подходит. Здорово всем, пацаны. Пою в пир, ничего не слышно. Ничего не слышно, пацаны. Если я ничего не пишу, значит, я ничего не слышал. Если вы хотите какую-то информацию найти, заходите на соцсети дропа, который раздается. То есть, я же не могу... Тем более, я не всегда успеваю все уследить. Пою в пир, насколько знаю, ничего не слышно вообще. Я вот не помню, их это или не... Если я не ошибаюсь, то это Ювпир сказали, что высокие комиссии в связи с этим дроп откладываются на неопределенное время. Не в курсе, что там по DeFi. А что там по DeFi? Вы, пожалуйста, задавайте вопросы, на которые реально найти ответ, потому что я ничего не понимаю. Что там по DeFi? Ничего по DeFi. Вообще не понимаю, что там по DeFi? Все так же. Если там были какие-то бы важные изменения в самой DeFi, мы ж DeFi сам по себе не дроп от них 2 марта закончил. От DeFi? И это я выкладывал? От DeFi? Я не хочу идти смотреть Google таблицу. Но либо ты не у меня видел раздачу, либо ты перепутал название, потому что DeFi раздачи у меня такой не было. Я такой не выкладывал. Привет. Что там у нас по времени так... 3 минутки мы в эфире. В этот раз чуть-чуть по-другому. В этот раз все это должно попасть на ютубчик. Привет. В этот раз все это должно попасть на ютубчик, поэтому кто смотрит с ютуба, то в инстаграме отличная возможность все это увидеть и обсудить, потому что сегодня стрима не будет, стрим будет, вероятнее, за все уже завтра, я так думаю. Привет всем. Так, пацаны, давайте еще вопросы. По DeFi я сказал, что не знаю, о чем речь, о Ювпир нету новостей, это что, все, что ли, вопросы? На сайте Uniswap при переводе из китайца, там, где количество юнив, пишет «извлекать». Интересно, можно их снять или нужно 100% ждать до 12 марта? О юнифе могу тебе сказать, что там типа порядок очереди по ходу. То есть, кто раньше поставит вот это вот «извлекать», нажмет, да, я тоже перевод включал с китайского. Кто нажимает «извлекать», тот по ходу становится в очередь. Я вот там на 50 токенов в очередь стал. Ну... Я думаю, что все равно выведут не раньше 12 марта, не раньше, но лучше нажать сейчас, потому что, я так понимаю, они имеют в виду, ну, я не уверен, но они могут иметь в виду сценарий
что, ну вот, когда не хватит на всех монет, либо что-то такое, либо дроп закончится, то есть и те, кто запросил вывод, те получат, те, кто не запросил, могут не получить. Я думаю, имеется в виду именно это. Возможно, нет, возможно, да, возможно, я не прав. Может быть, всякое. Не уверен, в общем. Вот такие вот новости про Юнив. Поэтому я перечитал, там пересмотрел все. По Юнифу вот такая инфа. То есть я как понимаю, я предполагаю, что лучше нажать извлекать прямо сейчас, потому что 12 марта побегут абсолютно все, наверное, снимать. Поэтому лучше нажать до 12 марта. Тем более мы ничего не теряем от этого, как я думаю. Думал 300 юнив набить и тогда извлекать. Но я поставил, смотри, у меня почему-то ставится в очередь и 10, и 40 я поставил. То есть у меня тоже за несколько раз. Поэтому, ну... Не знаю, я считаю, что это нормально. Типа, можно ставить сразу несколько пачек. Типа, по 10, по 20, там, по 30, если угодно. Но думаю, что нормально это все. Попробуй так, попробуй, я не знаю. Если 300 думаешь бить, то попробуй на одном аккаунте не нажимать, на втором нажимать. То есть, потому что я буду делать, наверное, несколько аккаунтов. Я вот не смотрел Юнив, я не хочу сейчас идти, потому что у меня как раз вот идет запись этого эфира. Я не хочу сейчас идти смотреть, типа, что там. Поэтому Юнифу я вот после... Здорово, Виталий, здорово. Я не хочу идти смотреть, что там по этому Юнив. Вот именно так. Так, еще вопросы, пацаны. Стоит ли LaToken Airdrop Bot внимания? Конечно, стоит. Я писал не раз в Телеграме, что... от LaToken приходят все раздачи, кроме гивэвэев. Ну, то есть, гивэвэи — это конкурсы. От LaToken приходят все раздачи, неважно, сколько они стоят. Все раздачи приходят. То есть, просто бери, участвуй и забирай свое. Поэтому для меня LaToken вообще топчик. Есть подозрение, что норм тема этот Юнив. У меня тоже есть такие мысли. Привет, а эфир обязательно иметь или шансы просто повыше будут? Ты о чем? К чему это? Не понял вопрос. Так, еще вопросы. Здорово. Привет. В Каспер не влетаю. За битпак с раздачи не слышал, вроде что-то знакомое. Слышал, но, наверное, не участвую. Не уверен. Minor Protocol. Не влетаю, я же говорю, не влетаю. В ICO-шки не пошел пока. Я говорил, по-моему, на стриме, что пока что никуда не заносил. В смысле, не слышно. Плюсаните в чат, как звук. Это я микрофон закрыл, я не знаю. Как это нет звука? Пацаны, плюсаните в чат, кому слышно меня. У
Не может быть, что нету звука. Что-то притих CoinSmart. Ребят, пришло письмо, что там, по-моему, в течение... Ну вот, есть звук, блядь. Что вы рассказываете там, придумываете? Что-то притих CoinSmart, по CoinSmart. Я не помню, я писал в телеге. Поищите вот пост по CoinSmart в телеге. Я писал, что там они говорят подождать где-то, по-моему, в течение 5 недель будут новости о том, как получить деньги из CoinSmart. Вроде бы так, что-то такое. Поищите, я в телеге точно писал. Go в тестнет. Так тебе же не слышно, тестнет. Юнив, нажать извлекать, как я понимаю, это жмешь краудфандинг или же просто кнопка вывода. Это просто ты жмешь и все, и ты ждешь. То есть ничего не надо делать. В спарке участвовал? Нет, не участвовал. Для XRP Flare Network. Да вообще можете мне про Ripple не писать. Не тратьте время. Я вообще не сторонник вот таких вот дропов. Не надо мне. Инвестиции делаешь какие-нибудь? Делаю. Можете запускать DeFi платформу. Удачи. У меня просто я под какой процент? Под разный процент, Виталий. Я же инвестирую не в что-то одно. Типа в инвестиционные, если ты о пирамидах, инвестиционных проектах, то это все чушь собачья, я в это не лезу. Я только нормальная, там, где активы у меня на руках, вот там я участвую. Так, вот по поводу этих, где сейчас самый жирный дроп, не знаю. Ну как, ну, Crypto Professions однозначно. Этот, Unchained Gods. Чайнге Airdrop, это с хороших. Еще больше не вспомню. Я в DeFi проектах. Так я в DeFi проектах не сижу. Я в DeFi проектах не сижу. Я только могу покупать активы. Если я что-то делаю, я выкладываю на YouTube, если это что-то простое. Если что-то посложнее, типа... В плане просто купить-продать, то я не сторонник всяких там, типа, Латокин вещь, согласен. Согласен, Латокин вещь. В кошельках для Юнив токен надо добавлять или как? Зачем? Просто через Explorer будешь мониторить и все. Нужно там KYC пройти. Ну да, я пишу каждый раз, что вам нужно KYC минимум до Tier 2 пройти. Каждому, потому что потом оставляете комментарии на ютубе, вот меня убивает, это просто жесть. Оставляют комментарии на ютубе, что мои дропы не приходят, потому что не сделали KYC там или по каким-то иным причинам. Поэтому больная тема этот Латокин для меня в плане, вот в плане того, кто не прошел KYC, оставляет комментарии под видео. И SwapFi, чекнешь сайт, мне там нравится процент сутки. Я слышал о SwapFi. Я знаю этот сайт. Эфир сохранишь? Эфир будет на ютубе, ребят. Эфир на ютуб выложу. Ну, наверное, сейчас даже выложу.
Я сейчас проверю, как там со звуком, потому что если я сейчас вам покажу. Вот оно. Вот оно пишется у меня, типа. И если я проверю, как оно все записало, если все нормально. Юниф, наверное, раздадут, но они цену за токен загнули. То что, там вроде нормальная цена, адекватная. Смотря, что будет происходить после этого. Если запустят какой-то стейкинг, то вполне реально и больше цена. Если же просто отпустят монеты, залистят где-то на биржу, дадут слить, то все, до свидания. Это конец проекта. Типа, ну как конец проекта? Проект долго будет после этого возвращаться на свои стартовые. Звук нормальный. Не, это я понимаю, что нормальный. У меня просто, я же объясняю, записывается с ноута прямо сейчас. Этот эфир. И понимаете, мне типа нету прикола сохранять с телефона и выкладывать, потому что там не видно вопросы. Записывать на телефон тоже жестко, потому что слышно шуршание пальцев и все остальное очень сильно, если писать именно на телефон. А я хочу записать на комп вот то эфир, как вы его видите, чтобы было видно, на какой вопрос я отвечаю, поэтому все именно так сегодня сделано, так будет выглядеть. Будет на два делиться, так классно. Я сейчас взгляну тут по времени, что у нас. Да, порядок, все нормально. Что, ребят, вопросики еще есть или нету? Drop Insur Ace. Я не помню такого дропа. Либо я в нем еще не участвую, либо он где-то лежит, написан, но не выложен в Glim. Ага, в Glim, хорошо, понял. Insur Ace, понял, о каком дропе речь. И что с ним? Так, ребят, будем закругляться, потому что 4 человека уже, это не серьезно, как я думаю. Будем вырубаться, значит, всем спасибо, кто пришел на эфир, Вича. Все, что Серега дает, все топ. А, в плане, ну да, дропсерн тема. Я буду вырубать эфир, потому что, так, здорово еще. Я буду, наверное, давайте по последнему вопросу, потому что 20 минут уже в эфире. Давайте по последнему вопросу, и, пацаны, едем отключаться, а запись эфира сегодня будет уже на Ютубе. А завтра уже будем стримить на Ютубе. Наверное. Я надеюсь. Я сколько крутых приколясов нашел, что можно постримить на Ютубе, чтобы это было весело даже. Там надо только чуть подождать. Так, все, хорошо, я вижу. Всем пока, всем спасибо, кто пришел на эфир. Запись будет на Ютубе. Значит, следите за телеграм-каналом. Все, кто смотрит записи, значит, не пропускайте Инстаграм эфиры, подписывайтесь на Инстаграм, смотрите в лайве первыми. Ну и оставайтесь с нами, получайте дропы, и всем удачи вам.